Я вновь приветствую всех. И вы уже видите, что в гостях у меня сегодня Марк Фейгин. Марк Захарович, я вас приветствую. Спасибо, что в очередной раз посетили нас. Да, рад, Евгений Алексеевич, рад приветствовать всех зрителей. Благодарю за приглашение. Несколько вопросов, несколько важных тем, да, которые я хотел бы сегодня обсудить у нас на повестке дня. Начал бы я с того, чтобы поговорить о минувшей ночи, о беспрецедентной ракетной атаке по Киеву. Все мои друзья, все мои знакомые в чатах, в переписке со мной лично говорят, что такого еще даже не было ни разу. Пострашнее было в каком-то смысле, чем в ту ужасную ночь 23 на 24 февраля прошлого года. Но принципиальная разница, наверное, в том, что атака была, по сути, успешно отбита. О чем мы можем сейчас с вами говорить? Какие выводы делать? Ну, самый важный, мне кажется, вывод, хотя, может быть, он таким не кажется, это в том, что состоит в том, что действительно у России исчерпались средства воздействия на Украину, ну, кроме, может быть, тактического ядерного оружия. Почему? Потому что ведь вот буквально, когда я в Киеве находился, 9-го, в ночь на 9 мая, была такая же атака. Тоже 15 ракет были сбиты, но среди них был сбит кинжал. Кинжал, которым похвалялась российская сторона, говорила о том, что он несбиваемый, что никакие «Арисы», никакие противоракетные системы, системы ПВО, там, «Патриот» не могут ее сбить. Несмотря на то, что показали части этой ракеты тогда, силы ПВО Украины, вот они в этот раз послали 6 таких ракет, и 6 их было сбито. Я имею в виду над Киевом. Там мы не знаем, что происходило в других местах, но точно... Абсолютно над Киевом не удалось, используя эти ракеты «Кинжал», нанести существенный удар, поскольку средства ПВО справились. Это говорит о чем? О том, что технические средства – дело не в количестве, а дело в качестве. Они заканчиваются. То есть западные вооружения, западные средства ПВО в том числе лучше. Они просто лучше. Технически совершеннее. Вот это очень-очень важное изменение. Вот в дополнение к тому, что вы говорите, я бы хотел процитировать прямую речь президента Путина 22 декабря 2022 года. Кавычки открываются. «Патриот» – достаточно старая система, она не работает так, как наши, например, RS-300. Хотят «Патриоты» поставить? Пусть ставят, мы пощелкаем и «Патриоты». Пощелкаем, да, я помню эту цитату про «пощелкаем». И была другая цитата в марте еще, помните, в марте 2019 года, когда Путин презентовал мультфильм о якобы имеющих в российской армии разных видах чудо-оружия, да? Да, гиперзвуковых ракет. Такое сочетание характеристик, вот каких-то необыкновенных, позволяет ракете этого комплекса гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны. Вот. Напомню, что «Патриот» – это зенитный ракетный комплекс, который американская армия приняла на вооружение еще в 1982 году. Ну, разумеется, с тех пор он неоднократно проходил модернизацию, но вот тем не менее… Маемо, что маемо, как говорят украинцы. Да. Страшно подумать, а что ж тогда с теми системами, которые разрабатываются или уже там опытные образцы прямо сейчас испытываются в тех же Соединенных Штатах, в странах их союзников, а есть и такие. Это что же получается? А действительно, Украина получила не самые, быть может, современные системы ПВО, а что ж тогда будет с современными тогда? Они вообще будут уничтожать ракеты еще на взлете, что ли, или там, ну, если воздушное базирование. То есть получается, что вот этот миф о ВПК, ну вот совсем все плохо, и даже нет второй армии мира, ну ВПК-то какие-то все-таки вещи-то остались. Может быть, из советского наследства, но они и работают. Выяснилось, что и они не работают. Для американцев, для их союзников это тоже очень важно. Они сейчас будут изучать обломки этих ракет. Сейчас они будут изучать там траектории полетов противоракет. Сейчас это огромная опытная, так сказать, ну что уж,
так уж получилось, опытная ситуация для того, чтобы проверить, как вообще эти вооружения, которые считаются передовыми, о которых трубит Россия, собственно, как с ними справляться. И получается, что это совсем несложно. Ну, во всяком случае, относительно несложно. То есть, если бы Украина кратно бы сейчас получила бы, покрывая всю территорию Украины, ну, города в основном, да, такие бы системы Патриот или там Ирис, вот известные немецкие, то это получается вообще у России никакого преимущества по части ракет и всего, что с ними связано, ну, дистанционного поражения целей ударных, просто нету. И нет ничего, чтобы могло бы их усилить, преодолевать эти средства ПВО. Нету. Ничего нету. То, что мы понимали, я не эксперт, я не военно-технический эксперт, я не понимаю ни ВПК, но мы это понимаем политически, мы понимаем, как это работало раньше. Мы видим, что из себя представляет вообще отечественная продукция. Там, не знаю, от машины «Лада Калина» или как там это, им подобное же, и заканчивая ракетами. Они не могут быть разными. Не может быть плохой промышленности, там, тяжелая, легкая, любая другая, не одновременно исключительным ВПК. Так же, как и армия в больной стране не может быть второй армией в мире. Это невозможно. Современный глобальный мир этого не предполагает. Это сообщающиеся сосуды. Одно перетекает в другое, дополняет или заменяет другое. И это говорит о том, что у России средств, в общем-то, победить Украину вместе с ее союзниками западными, их нет. И даже с тактическим ядерным оружием большие вопросы теперь. А долетит ли оно до Украины? Не взорвется ли оно где-то в районе Воронежа, как это принято в мемах описывать, понимаете? И взорвется ли вообще, плохо, потому что и взорвется ли вообще? Ядерное оружие, как любое ядерное оружие, нуждается в соответствующем, ну да, там, техническом обслуживании. Да, там вот этот десятилетний срок, когда должны менять стержни там какие-то и так далее. Я повторяю, я не специалист, но мы как бы экстраполяцию делаем, понимаете, от понятного нам с вами, там, начиная от обычных бытовых приборов, там, продукции, которой пользуется любой человек, до сложных систем, потому что, ну, в такой экономике и в таком типе управления не может родиться полноценное передовое производство, военное ли оно или любое другое. Вот о чем мы делаем вывод. И все советские достижения, они обнуляются просто потому, что прошли десятилетия, понимаете. Прошли десятилетия, мир не стоял на месте. Вот о чем речь. Ну, вы знаете, я вот, например, всегда был скептиком в этом отношении, ориентируясь на мнение некоторых уважаемых российских военных экспертов, которые сейчас не в состоянии говорить, я знаю нескольких, они по-прежнему находятся в России и вынуждены помалкивать, потому что это все в наше время может обернуться тюрьмой. Вот, но я помню, как некоторые из них говорили, я даже фамилии сейчас специально не называю, что, послушайте, это все просто хвастовство в чистом виде, потому что даже самые новейшие разработки российского ВПК, а говорилось это там накануне Крыма, условно говоря, 10 лет назад, и ничего нового с тех пор не появилось, кстати. Но тогда уже говорилось, самые новейшие разработки ВПК – это всего-навсего модернизация лучших образцов советского оружия, разработанного в конце 70-х, начале 80-х годов. Точка. Вот. А я с своей стороны говорил, послушайте, вот я тоже не военный эксперт, но я рассуждаю просто на уровне бытовом, обывательском. Я не верю в то, что промышленность, какая бы ни была, которая не в состоянии создать приличный собственный автомобиль, может создавать какие-то революционные образцы оружия, которые превосходят те, что создаются в странах, которые способны создавать вот эти самые автомобили. Понимаете, Россия за эти годы, особенно при Путине, особенно, потому что оправданий было за 90-е, ну, слушайте, мы вот переходим от одного типа хозяйства к другому, произошла не только деиндустриализация, именно деиндустриализация, потому что, ну, уходили и люди, то есть специалисты, они одни старели, умирали, другие уезжали, но и производство, оно так и осталось, в общем, позднесоветским. Потому что мир пережил даже за этот период, там, ну вот, начиная с конца коммунизма, он пережил уже несколько революций научно-технических. Да? То есть вот даже сегодняшняя роботизация и переход вот, к полному замещению человеческого начала,
в управлении, в производстве и так далее. Это же тоже результат научно-технический. Сейчас они рассуждают, идут дискуссии об искусственном интеллекте. Вообще человек зачем, когда искусственный интеллект сам будет организовывать производство, включать, выключать станки, производить детали и так далее. Здесь разговор идет все так же о дубине или там, не знаю, кувалде. Ну да, который, значит, там это... дискуссия идет о том... Какие нужно принять законодательные акты для того, чтобы ограничить, регулировать вот это самое использование искусственного интеллекта, не допустить восстания машин, образно говоря. Харири, я читал его статью об этом, да. Да. А у них, понимаете ли, речь идет о том, что как организовать... Вот я сейчас читал в канале какого-то военкора или ура-патриота... Давайте наладим контрабанду недостающих для ВПК частей. Вот, видите, вот. Так нет, смотрите. Двамира, два Шапира, да? Шапира. Вот смотрите, про одного Шапира. Вот Медведев, который зам руководителя Совета Безопасности. Ему поручен гособоронзаказ. Он выступает, говорит, вот сталинские телеграммы зачитывает. Я не знаю, видели вы или нет. Он собирал директоров завода в Ленинграде где-то, в Петербурге, значит, и говорил про то, что мы будем, как в прежние годы, та же степень ответственности. Да, как при Сталине. То есть он намекает, понятно, в какую сторону. Там человек просто говорит, да вот тебе заявление, я ухожу. Сам теперь он вставай к станку и делай. Понимаете? То есть есть такое у нас... Понятно, что и коррупция. Понятно, что и отказ от, вообще говоря, разгосударствления, которое является главнейшим, центральным путем развития, в том числе и военно-промышленного комплекса. Потому что эффективный он тот, который не подчиняется приказам государства, а взаимодействует с ними как некое самостоятельное экономический субъект. Так работает в Америке, так, между прочим, в передовых европейских странах работает производство. Даже во Франции, где Dassault и другие концерны были предельно огосударственны, и это было все централизовано, и там идет процесс разгосударствления. Идет процесс помощи творческой мысли во всех ее отношениях. Свобода – главное условие для научного, прогрессивного развития, в том числе и технического. А здесь все по шарашкам. Там мыслят шарашками, мыслят сталинскими шарашками и принуждением. Мы вот смотри, тебя расстреляем, если не сдашь самолеты к сроку. Да? Вот приблизительно так. И в 21 веке это вообще перестало работать. Вообще вот оно и через пень-колоду во второй половине 20 века работало, да? После войны. Война были особые обстоятельства. А теперь-то это вообще все закончилось. И похваляться нечем, грозить больше нечем. Пока ты не начинал эту войну, все могли рассуждать, а есть или нет, может быть, есть ли вторая армия, есть ли вот эти производства передовые, мультики, про которые он показывал на выступлениях перед Федеральным собранием. А теперь все знают, что этого нет. Понимаете, это же политический эффект имеет, политическое последствие, чего боятся, они не в состоянии ничего сделать. Да, разумеется, они могут воевать совсем уже более отсталыми, там, я не знаю, трайбалистскими племенами какими-нибудь, государствами, в которых вообще нет ничего. Но мы же ведем речь, что противостоять-то они собираются передовому Западу, передовым цивилизованным странам именно там. Ну, так извините меня, это же совершенно другой уровень противостояния. Вы с кем решили тягаться-то? И когда мы говорим о том, что российское ВВП от мирового – это меньше 2%, а там до 70% сумма коллективного Запада, так это же то же самое выражение неспособности, несамодостаточности российского промышленности, военной в том числе, для того, чтобы вести такие войны. Куда вы лезете? Но помимо этого, я бы сказал, что этот обстрел, он свидетельствует некий этап завершающийся, когда сначала было понимание, что до Киева пешком не дойдут солдаты, теперь есть понимание, что вы не долетите, и финальная точка, что вы и не сможете на дистанции хоть как-то воздействовать, повлиять на политическую элиту, угрожая ей там ударами по критической инфраструктуре, по центрам принятия решений. Вы и этого не можете. У вас осталось последнее продолжать шантажировать всех наличием ядерного оружия, которое то ли взлетит, то ли не взлетит, то ли применится, то ли нет. Но это еще открытый вопрос, и это совсем другой уровень противостояния. А больше-то, в общем-то, ничего и нет. Где эти танки «Армата», где эти истребители пятого поколения, где вот это вот все? У вас даже ваши ракеты «Кинжал» вообще не могут быть конкурентоспособны и вообще не в состоянии обеспечить там задач, которые вы им перед ними ставите вообще, тем, кто их использует. Поэтому, собственно говоря, да, это тот закономерный этап. Почему они пошли на это использовать? Ну, потому что больше другого особенно ничего нет. Это раз.
А во-вторых, ну вот они попробовали, результат мы видим. А во-вторых, смотрите, какая вещь. Ну им же раз за разом нужно что-то компенсировать, доказывать. Вы вот сбили у нас 4 самолета на Брянской области. Вы, ну, да, и там какие-то говорят, используя С-300, там еще что-то. Но украинская страна сбила 4 ваших машины. 2 вертолета, 2 самолета. Ну так о чем говорить-то? Что у вас есть? Как вы, а где ваши ПВО? Какие у вас есть средства, силы, возможности для того, чтобы воспрепятствовать подобному? И вот они решили, а мы тоже так можем. А оказалось, не можем. Вот они могут, а вы не можете. Да, господин Коношенков заявляет, что поражен один комплекс «Патриот», но оказалось, что на самом деле сожгли 4 автобуса. 4 новеньких немецких автобуса, которые киевляне получили в подарок от Германии. Вот на что они способны. Ему врать не впервой. Понимаете, как кто нормальный поверит Коношенкову. Понимаете? Он все время рассказывает какие-то невероятные сказки об уничтожении всех хаймерсов, еще что-нибудь. Поэтому, ну, уничтожил он Патриот. Ну, молодец, уничтожил. Вот, кстати, вот есть еще информация о том, что в Курской области беспилотник сбросил 3 боеприпаса на административное здание ФСБ. Вот, да, власти, да, я видел. Власти России об этой атаке пока не сообщают. Но губернатор области заявляет еще об одном ударе дрона по эскаватору в каком-то селе Плехово. Это я комментировать не готов. Вот, но ясно, что война потихонечку приходит туда. Все больше и больше. Это точно, абсолютно. Причем мы с самого начала говорили, когда это казалось невероятным, еще Песков в прошлом году, когда все началось, а мы верим, говорит Зеленскому, который обещал не обстреливать территорию России, мы вот считаем, что да, это недопустимо. Да? То есть это слышать было настолько наивно, настолько глупо, настолько примитивно, да, что вы, затеяв войну, думали, что с вами будут играть по каким-то иным международным правилам, а вы будете без правил играть. Но так не будет. На любое ваше действие, которое игнорирует международное право, обязательства по Женевской конвенции, в принципе, правила ведения войны, да, не говоря уже о там, вообще этике в этой области, то с вами будут также обращаться. И вот оказалось, что они к этому не готовы, вообще не готовы. То есть расчет был действительно эти самых 3 дня, за которые возьмут Киев, но помимо прочего, они же всегда исходили, что это односторонняя штука. Что война всегда будет вестись где-то там, к ним это ничего не прилетит, с ними ничего не будет. Неважно, касается это взрыва там, кафе в Петербурге, или же обстрела Шебекина, или чего угодно. И вдруг выяснилось, что, оказывается, война-то, она же ведется, так сказать, паритетно. Вы, вас, и вы попробуйте проконкурируйте. А это создает политические разного рода проблемы, пока не явные, да, для руководства Кремля и так далее. Они же к другому готовили обыватель-то. Обыватель-то не готов ровно к таким последствиям? Вообще никак. Ну, а как это так? Это же должно все где-то быть. А почему же нас-то? А вам не расскажут, что война – это такая штука обоюдная, что если вы убиваете, режете, там, не знаю, обстреливаете, то и к вам такой же прилетает. Ну, может быть, масштабы другие. Но это с неизбежностью будет расти. У вас это все будет только хуже, хуже, хуже и хуже. Конечно, власть специально блокирует подобного рода рассуждения и информацию, ну, чтобы люди как бы не задумывались над тем, какими последствиями чревато это все. Но если у вас уже в башне Кремля прилетает, да, комплекс Спасскую или там Сенатскую, ну так погодите, почему же вы удивляетесь, что у вас где-нибудь в Курской области, Брянской или любой другой какой-то беспилотник уничтожает трактор или же целое здание ФСБ, ну там пограничники вроде бы. Так что здесь в данном случае россияне должны быть готовы к любым масштабным переменам в своей жизни именно по части войны. Не вообще, что вот проклятые бандеровцы там что-то такое нехорошее говорят или делают у себя. Они будут у вас это делать. А путь один здесь, он как и остался, он прежний. Прекратите войну, уйдите с чужих земель, и все у вас будет, в общем, по-прежнему. Это единственный путь, другого-то нет. Как вы думаете, самолеты, в конце концов, начнут поставлять Украине? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, ну, скорее это привязано к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Я так себе вот
что я вижу. Потому что, смотрите, об этом твердо ведь заявляют только Соединенные Штаты. Вот так, что мы пока не готовы поставлять. Я думаю, объяснение здесь простое. Видимо, в каких-то конфиденциальных общениях Москва грозит, что она, ей терять уже будет нечего, она может применить ядерное оружие. И перестраховываясь, американцы и говорят о минусе атакамс ракетных снарядов для Хаймерсов и вот этих F-16. Но послушайте, вот Зеленский буквально был в Нидерландах. Там обсуждение было, что да, в общем, мы рассмотрим возможность предоставления имеющихся в наличии F-16 в Европе, в Нидерландах для Украины. Может, их недостаточное количество, но разговор-то идет. Вот он сейчас в Лондоне, Риши Сунак, и без того Storm Shadow переданы, какая-то их часть, во всяком случае, об этом заявляется, но ведь говорится о том, что и дальнейшие передачи будут. То есть, такие же ракеты с дальним радиусом действия у Украины количеством вырастут, обладание ими. То есть, это говорит о чем? О том, что процесс-то он идет, хоть он такой несколько не одномоментный, да, без политических больших заявлений, но, в принципе, работа эта идет. И очень логично было бы, если уж не принять в НАТО Украину, вряд ли это произойдет в июле на саммите в НАТО, то уж, конечно, поддержать ее военной помощью, и тем более такой, в которой она нуждается очень сильно, это ракеты и самолеты, наверное, было бы логично. Ну, как мне это представляется, там 30 с лишним стран НАТО, ну, не можем мы вас принять немедленно, ну, тогда хотя бы помогите оружием. И это была бы такая подслащающая пилюля, учитывая, что все это необходимо для контрнаступления, для оккупации территории Украины. Так что я думаю, что процесс потихоньку, не так быстро, как хотелось бы, идет, потому что то же самое происходило с танками и бронетехникой. Не, ну что вы, какие Абрамс, какие Леопард, ну нет, нет, мы не готовы. Ну, а сейчас это уже вчерашний день, понимаете? Да нет, ну давайте вспомним, что год назад шла дискуссия, поставят или не поставят дальнобойные гаубицы, да, новейшие. Да, и стингеры, там много чего, да. Да. Это все было, вот эти М-155 и так далее. Сейчас уже даже никто не обсуждает, они идут обычным потоком, да. Обычным по плану, понимаете? Угу. Другая тема, которую я хотел с вами обсудить, это вот история с Пригожиным, которая, угу, ну, буквально каждый второй, третий день приобретает какой-нибудь новый оборот. Вот последний оборот – это история про то, что он у нас оказывается чуть ли не глубоко законспирированный агент украинской разведки. И что он, да, там в Африке встречается с Будановым, прямо как генерал Вольф с Аленом Даллесом в Швейцарии. Буданов встречается с Пригожиным где-то там в центральноафриканской или еще какой-нибудь африканской стране. Что вы по этому поводу думаете? Может вообще такое быть? А вот смотрите, Вашингтон-Пост ведь ссылается на вот этот Пентагон Ликс, материалы слитые, о которых скандальных мы тут говорили все в течение месяца. То есть они ссылаются не просто на какой-то инсайдерский источник в кругах разведсообщества американского, они ссылаются на утечку, которую, ну, понимаете как, ее же не скажешь, что она какая-то фальшивая. Может быть, там что-то, какое-то преувеличение, но это донесение рапорта сотрудников спецслужб, которые имеют военное значение этой информации. И поэтому вы же видели, как они то сняли этот кусок публикации в Вашингтон-Пост, то потом обратно вернули. То есть какая-то суета была. Тем более украинская сторона какое-то недовольство высказывала. Они, видно, проверяли, занимались факт-чекингом и не очень решались, значит, окончательно оставить. Но, тем не менее, вернули и оставили, потому что они проверили, задали, видимо, вопрос. Ну, Вашингтон-Пост – это не смешное издание, понятно, с какими связями. Возможно, им что-то косвенно или там прямо подтвердили, не знаю, где-то там в ЦРУ или в НБ, там, ну, где-то из разведсообщества. И они решили оставить это, потому что за подобного рода информацию, публикацию, они несут репутационную ответственность, поэтому вряд ли они стали бы вот непроверенную информацию такую давать. Что касается самого Пригожина, ну, ведь он же игровой. Вот, вы знаете, он играет во всем, всюду. Там. И не только его риторика такая эксцентрическая, не только его прямые инвективы, прямые претензии, там, Шойгу, Герасимову, снаряды, невозможность воевать ЧВК Вагнера, поскольку лишили возможности пополнять личный состав из зэков и так далее. То есть, у него конфликт открытый. Может быть, это игра, кто-то скажет, он специально там договорился что-то, но это как-то сложновато в условиях войны. Тем более, повторяю, война-то проигрывается, она не выигрывается, ну, как минимум, не выигрывается. И поэтому, так сказать, искать, на кого возложить ответственность за это поражение, это логично, да? Пригожин ведь что говорит? Я-то воюю хорошо,
Мы-то вот совершаем подвиг, там под Бахмутом до этого взяли Солидар, а вот армия воюет плохо. Вот, посмотрите, 72-я бригада, вот эти фланги под Бахмутом, вот на этом направлении. Значит, это же не мы, это они. Снарядов не дают, то, все, пятое. Могут ли у него быть претензии, которые он мог бы конвертировать во что-то в отношениях там, с ВСУ, опять же? Ну, я бы не исключал, почему нет? Он может вести какие-то на дистанции переговоры. Вы вспомните, как он открыто, так сказать, через паблик обращается то к Зеленскому, то к руководству ВСУ. Значит, предлагает Зеленскому, мы с тобой равные, давай поговорим, еще что-то. Давай одолжное, говоря, он крепкий парень, ВСУ хорошо воюет и так далее. Что явно отличается от публичной пропагандистской позиции кремлевского руководства. Надо наоборот говорить, что они не умеют воевать, они нацисты-бандеровцы, воюют с местным населением. Ну, еще бог знает что, да? Пригожин толику этой правды ему разрешена. То есть, вот, во всяком случае, его же не преследовали за подобного рода заявления. Поэтому, наверное, он где-то что-то отыгрывает. Но представить себе, что Буданов, в том числе, как глава военной разведки, ему же положено там пленными заниматься, обменами и так далее, в том числе и такими разговорами, вполне опосредованно мог такие какие-то разговоры вести. Отдайте мне Бахмут, а вы там... забирайте все остальное, вон фланги, там, части Министерства обороны. Может быть, это и не было сдачи позиций конкретно частей регулярных Министерства обороны там, Российской Федерации. Но что-то такое, какой-то размен, вот я охотно верю, мог Пригожин предлагать. Вполне допускаю, потому что он тип игровой. Он как бы держится как отдельная комета. Но по большому счету, какое он отношение имеет к Минобороне с точки зрения подчинения и так далее. По-моему, он... по большей части их игнорируют. Да, он пытается не заходить совсем уже на территорию, на которой шансов не останется. Хотя, опять же, где эта красная черта? Он говорит, мы снимемся. Вот нам не помогать, мы 10 мая в 0 часов уходим с позиции под Бахмутом, он заявил. Ну, потом выпустили, соответственно, там Кадырова, который сказал, да мы займем Ахматом, не вздумай, Витя, уходи там и так далее. То есть, это все, безусловно, и, конечно, было. Но подчеркиваю, что... он в этой игре, по-моему, заигрывается. Пригожин, и, по-моему, он обречен с точки зрения того, что такие люди, они, в принципе, долго существовать не могут. Он рушит институциональную систему. То есть он, по-своему, революционер по отношению к путинской системе власти. То есть он неуправляемый, как, не знаю, как помните. Ну да, он, смотрите, историю... он уже начинает делать вещи, которые непростительны. Ну, абсолютно. По крайней мере, с точки зрения тех неписанных правил и понятий, которые существовали до недавнего времени в России. Ну, на дедушку замахиваться, называть его мудаком, он назвал. Это, знаете, вот ни в какие ворота не лезет. Обращаться к солдатам, по сути дела, с призывом к неповиновению, ну, это тоже очень далеко идет. Но здесь, смотрите, возникает один важный вопрос. Ну, не мне вам рассказывать, у вас богатый адвокатский опыт в прошлом в России, так? Да. Вы же понимаете, что когда кто-то отбивается от стада, в былые времена следовало наказание немедленно. Знаете, помните, как за Ходорковским послали группу захвата аж в Новосибирск? По идее, за только одно из тех высказываний, с которыми публично выступил Пригожин, тоже за ним бы, наверное, должны были послать группу захвата. Однако ж не посылают. Почему? А у этого очень простое объяснение. Война. Война, она все меняет, потому что конструкция хрупкая, тем более, когда проигрываешь. Знаешь, когда выигрываешь, то тут все по-другому. Кого наказать, кого наградить. А вот война, да еще проигрываемая, она порождает массу опасностей и соблазнов одновременно. И поэтому вот сейчас устрани Пригожина, а что будет? А кто будет воевать? Хороший вопрос. А кто будет под Бахмутом воевать, если действительно регулярные части воюют хуже? А как себя поведут эти вот товарищи из ЧВК «Вагнер»? И те, которые уже по контракту отбыли свои 6 месяцев и находятся в России, мы видим, что это за публика. И те, которые на позициях находятся. А вообще, вот говорят, у него симпатии большие к Пригожину. Я сам могу об этом лично судить. Вот у меня ТикТок, и я там уже не раз рассказывал, сделал несколько сюжетов про Пригожина. Слушайте, вся российская аудитория, а там у меня комментарии не удаляются, мы их не модерируем, потому что ТикТок, ну, такое, знаете, себе. Uh-huh. Так вообще это на 99% такое, знаете, восхваление, какое-то обожание по отношению к Пригожину. Конкретный мужик, а что, почему? Действительно, там зажравшиеся коррупционеры в Минобороне, снарядов не дают, он бы давно бы уже выиграл, надо его министром обороны.
Такие, знаете, настроения, я вам скажу, я тебе дам, как у нас говорят. То есть, если его взять, а если вдруг эта вся публика, они же не знают, они, может, прогнозируют, что они податливы настолько, что никто ей ни слова не скажет. Скорее всего, так. А если вдруг? Вот сейчас его возьмешь, сейчас вот его накажешь, а вдруг? Но вот шанс на то, что они устранят Пригожина какими-то способами, которые можно будет от себя отвести, обвинение, я бы не исключал. И, возможно, это обсуждается. Ну, давайте его снарядом угробим. Скажем, это украинцы вот за ним гонялись-гонялись и догнали. Война же. Война. Война все списывает. И поэтому, с этой точки зрения, я думаю, что он уже давно вошел в некое там, такое ну, враждебное состояние к очень значительной части элиты, очень значительной части класса власти. Потому что, смотрите, он конфликтует и с Минобороны во время-то войны, с Генштабом, с администрацией президента, какими словами только называлось, с олигархами, с Рублевкой, с Бегловым, ставленником Ковальчука. Вот с кем он не конфликтует? Единицы. Ну, где-то Песков там какой-то про него что-то скажет хорошо. Где-то еще что-то. Но в целом он для института власти враждебный совершенно момент. Тут последний препирательство с этим генералом Соболевым. Да, от КПРФ, депутат Госдумы, комитет по обороне, так, то да сё, какой-то бэкграунд. Не сказать, что он ну, обычный туповатый депутат, да, так сказать, военный. Но тем не менее, вы посмотрите, так сказать, он его может последними словами поливать. А вот, и говорит, что ты там такой-сякой. Тот, конечно, выслужиться хотел он, человек генштабовский, видимо, минобороновский, сказал про 15 лет тех, кто переходит из регулярных частей армии в ЧВК «Вагнер», что она вообще структура незаконная и так далее. Ну, в принципе, сказал так, чтобы потешить, потрофить своему начальству. А какая реакция-то болезнь? Можно было же не замечать. Но нет, поди что, смотрите, как прям. И резко выпустили, сегодня вон записали трое там прям под, в Бахмуте, значит, один из регулярных, один зэк, один из ЧВК «Вагнер», они записывают, последними словами называют этого Соболева. То есть показывают силу. Ну да. В этой ситуации смотрите. Вот так. Смотрите, ведь там может быть действительно 10 из 9 этих самых зэков, которых Пригожин набрал по тюрьмам, по лагерям, погибают там под Бахмутом или где-то еще на других участках фронта. Но ведь один-то возвращается. 100%. И вот вернулся в какой-нибудь небольшой российский городок, а может быть даже и в достаточно большой город, какой-нибудь местный авторитет в законе, да еще повоевав на украинском фронте. Он и так был авторитетом раньше, а теперь к нему начинают тянуться люди. А он этому самому Пригожину по гроб жизни благодарен за то, что он его выпустил, помог ему вернуться на свободу, где ему предстояло там на зоне мотать, может быть, 20-летний какой-нибудь срок. И представляете, там у него таким образом стихийно начинает создаваться такая сеть ячеек, да? Да. Нет, ну такие люди примагничивают к себе, безусловно, у них и свои социальные связи горизонтальные и так далее. То есть это все наверняка учитывается. Вот в разборе с Пригожиным это все учитывается, потому что вы его сами надули там, с 2014 года, когда он создал ЧВК «Вагнер», он же был до этого повара, кейтерингом занимался. Ну, ничего себе. А сами, значит, надавали ему оружие, базы, там, танки, в Африке ему сделали базу. И теперь уже как-то вот так легко, вот чтобы просто взять его под арест и так далее. Ну, нет, сейчас и уже... Дали ему создать средства массовой информации, ботафермы. Конечно. Так нет, создали репутацию ему. У него есть деньги, у него есть оружие, у него есть недвижимость. Да? Эти вот башни в Санкт-Петербурге. Одни чего стоят, да? У него есть там золотые копии в Африке, там вообще смех смехом. Ну, конечно, конечно. Какой-то граф Монте-Кристо с отрицательным знаком 21 века, да? Ну, то есть вот в этой системе, где не держатся нормальных правил, да, даже советских правил, ну как, уголовник, зэк, 9 лет сидел, вы же понимаете, в нормальной иерархии, в нормальной системе такого человека вообще шансов никаких, никогда. Он может бизнесом заниматься, еще чем-то, но допустить его до госуправления, до войны. Ну как это? Вы что, смеетесь, что ли? Ну как? Это что, это же подрыв авторитета, все такое. А вот обстоятельства, в которых и находится российская власть, и сам Путин, и вообще основанная им система, такая чекистско-криминальная, она к этим вещам, видите, в общем, нормально относится, допускает их, в принципе допускает. Это говорит о чем? О том, что, ну как, получается, выходит так, что такие люди приемлемы.
такие люди нормальные, и вдруг они получают непредсказуемый этот результат, он конвертируется в то, что, ну, что-то с ним надо делать, а что с ним делать? То есть нет хорошего решения. И если бы можно было безболезненно его убрать куда-то, уволить, отставить, отправить, может быть, так и сделано. Но сейчас, возможно, он находится в положении, когда он отчасти диктует эти условия. Вы вот за мной займетесь, а я людишек призову и так далее. То есть это тоже все, повторяю, на фоне поражения. Можно это поражение усугубить ведь. Усугубить ведь еще надо и войну не прыгать. Ты Пригожина устранишь. А что будет с фронтом? Они посыпятся ли он? Они демотивируются и не дезертируют ли? Не то, что там участники, контрактники ЧВК «Вагнер», но и все остальные могут сказать, о чем мы воюем здесь, если здесь так. Поэтому я думаю, они остерегаются, но все равно способ ищут. Я убежден, что ищется способ, как от Пригожина избавиться. Я уверен. Ну, я в заключение этой части нашего разговора просто хочу сказать, обращаясь к нашим зрителям, господа, друзья, мы так много говорим о Пригожине с Марком Фейгиным и с другими моими гостями, потому что на самом деле вот в этой фигуре, в этом человеке в некотором смысле сконцентрирована, отражена история про кризис существующей системы, про то, как она на наших глазах дает сбои и разваливается. Это вот такой Распутин нашего времени в некотором смысле. Да? Вот фигура старца Григория Распутина, она была концентрирована выражением кризиса той системы власти, той системы управления, которая в России существовала накануне февральской революции 17 года, гражданской войны и всего прочего, что случилось тогда. Вот только возникает вопрос, когда выстраиваешь такую параллель, а какие большевики в итоге могут прийти к власти в России? Ну, история штука непредсказуемая. Понятное дело, что она может вильнуть как в ту, так и в другую сторону. У России она всегда почему-то не туда сворачивает и никогда не исправляет этого неверного поворота. Что касается фигуры Пригожина, безусловно, и, конечно, говорить, игнорировать его, говорить, да что там это? Нет. Он, извините, надулся уже в политическую фигуру. Да, при помощи власти, при помощи войны, много каких факторов, но сейчас игнорировать ее, говорить, что нет, это там какой-то мелкий уголовник, нет, это уже давно не так. Причем, повторяю, это происходит на фоне неуспеха общего, в котором стабильность власти, доверие к ней и все остальное, ну, в общем, поколеблено очень сильно. Другой вопрос, что нет никаких рычагов и возможностей для того, чтобы реализовать вот эту претензию. А как ее? Народ не субъектен, он, в общем, безмолвствует, он боится, он поражен страхом. Аппарат власти тоже, в общем, отчасти безмолвствует. Он тоже понимает, что все пошло не туда. Но страх также ими владеет для того, чтобы это положение изменить. Это же невозможно повторить ситуацию с ЦК, проведением Хрущева отставили и так далее. Здесь же это все на фоне войны происходит. Здесь скорее другие примеры должны действовать. Когда Сталина, в общем, в первые там, недели войны колебалось его положение сильно, видимо. Да? И он сам это... Он предвосхищал это. Да, это не закончилось тем, что могло бы закончиться, но тем не менее. А сейчас очень острая ситуация, потому что все ищут избавления от Путина и от войны. Да? То есть в аппарате власти определенно эти настроения есть. То есть не знаем, в какой степени преобладают они. Там тимбилдинг свой, нужно все время расписываться в лояльности, мы поддерживаем эту кампанию. Но она ведет совсем к обратным результатам, и это не может в дальнейшем никак не окончательно оформиться, не конвертироваться в недовольство, потому что, ну а зачем нам это все? А хорошо, а сколько мы в этом состоянии будем пребывать? Мы 15 месяцев скоро уже воюем. А еще сколько? 30? А сколько? 5 лет? А зачем это все? Что мы хотим получить в итоге? Да? И с этой точки зрения, безусловно, Пригожин, как это ни странно, выразитель этого недовольства. Армия развалена, все коррумпировано, вы просрали родину, выиграть в этой войне невозможно. Ведь то, что он говорит, ну, там говорят фигуры параллельные ему, Гиркины и так далее, при всей их конфликтности, но они пытаются работать с правдой. Они рассказывают, как все на самом деле. Ну, помимо, вычищая идеологической шелухи, какой-то пропаганды, мы тут победа до конца там, с нацистами, бандеровцами. Так а что? Он рассказывает положение вещей, как оно есть. И люди, которые видят, да, все вот это вот все, весь бардак и коррупцию. Ну, безусловно, и, конечно, фигура Пригожина и должна вызывать интерес. Я не верю в ее перспективу.
такие плохо заканчиваются всегда, особенно в русском изводе, это всегда этим кончается. Но не обсуждать, не учитывать этого фактора, ну, было бы совсем близоруко. Ну и потом... Он актер этого процесса. Игрок. Он ведь может и рискнуть там, условно говоря, на Москву пойти. Я бы этого не исключал. Опять же, у этого, так сказать, много аспектов, так сказать, с чем он пойдет, как пойдет, и кто его поддержит, и ради чего он пойдет. Я с трудом себе представляю его перспективу чисто политическую, чтобы он мнил себя президентом или чего-то в этом роде, но, возможно, его загонят в такую ловушку, в такой тупик, когда ему ничего другого не останется. Куда им? На Запад? Понятно, там куда, в Израиль или патриотцы? Нет, ну, то есть остается только двигаться обратно к самому мясу, что называется, двигаться в сторону Москвы для того, чтобы угрозу, которая из нее исходит в отношении него, как-то, в общем, купировать, как-то ее преодолеть. Поэтому история вообще всякое знавала, когда говорят, нет, это невозможно, потому что невозможно никогда. Ну, это бабушка надвое сказала, все возможно. Другой вопрос, что это точно будет сопрягаться, будет зависеть от хода боевых действий, от войны. Еще один вопрос. Читали ли вы информацию о том, что она сейчас появилась буквально сегодня в соцсетях, о том, что Наталья Арно, американско-российского происхождения, которая возглавляет фонд «За свободную Россию», «For Free Russia», подозревает в том, что она была отравлена неизвестным нервно-паралитическим веществом. Вот. Во время той самой встречи в Берлине в конце прошлого месяца, где мы с вами, кстати, тоже виделись, я имею в виду встречу, которую организовал Михаил Ходорковский. Вы знаете, ну я Наталью знаю многие-многие годы, мы с ней приятельствуем, я, естественно, не раз бывал в Соединенных Штатах, она организовывала мои визиты еще в прежние годы, когда я защищал украинских политзаключенных, я охотно верю, что это имело место. Вот, вполне это допускаю, потому что, ну, во-первых, мы такое уже видели, раз. То есть, вот история с Владимиром Карамурзой, его отравлением, вообще другие отравления там от Скрипалей. То есть, сказать, ну, что это не было с Навальным, в конце концов, это все было. Да? Это, по большей части, вещества... происходило на территории России, за исключением Скрипалей. Но, с одной стороны, так, а с другой тут как посчитать, потому что все-таки Скрипали, ну, Литвиненко там радиоактивным веществом, полонием травили, но, знаете, то есть мы просто оцениваем это, готовы они это делать или нет. Вот я такое допускаю. Я вполне допускаю, она человек опытный, Наталья, да, Будаева-Арно, она наверняка какие-то анализы наверняка сдала, наверняка, учитывая ее взаимоотношения с рядом известных лиц в органах власти в Соединенных Штатах, в Европе, наверняка уже проверка проведена. Если действительно определят какой-то характер этого вещества нервно-паралитического и будет установлено, что оно такого неорганического происхождения, что это действительно какое-то средство, которое используется для воздействия, то, наверное, у этого будут последствия. То есть, наверняка сейчас оперативным путем эти все факты, все эти обстоятельства устанавливаются, как я себе это понимаю, да? И самое главное, что я охотно верю, что Москва это может делать. Я охотно верю, что российские спецслужбы это делают. Тем более, что я вижу тоже в самых прокремлевских соцсетях, точнее, в прокремлевском секторе соцсетей, вот в некоторых телеграм-каналах так называемых военкоров, звучат призывы начать разбираться с врагами, расправу, которые оказались за границей и оттуда занимаются ядовитой пропагандой против нас. Вы не ощущаете угрозы себе? Нет, у меня угроз более чем достаточно. У меня есть и охрана для этого, чтобы обеспечить мою безопасность. Это понятно, это уже давно происходит. Ну, это с начала войны началось в более острой фазе. Вот. Ну, и мотивы есть, потому что мой канал в Ютьюбе является весьма популярным. Встречи и беседы с Алексеем Арестовичем имеют громадный интерес. То есть я считаю, что по отношению ко всем значимым лицам, публичным лицам в эмиграции, я имею в виду противников режима Путина, сохраняется эта угроза. Эта угроза существенна. Вот, поэтому препятствовать ей можно только одним образом, это действия правительств стран, в которых находятся эти люди, которые должны препятствовать вообще свободному выезду, въезду без фильтра
людей, которые едут из России, мы знаем, о ком идет речь. Это в основном публика, связанная со спецслужбами, российскими министерствами, ведомствами, посольствами и так далее. Контроль за ними и недопущение их свободного, знаете, ползания по Европе – это единственное существенное средство. Ну, а потом, понимаете как, идет война. То есть, если кто-то там думает, что они могут вот тут кого-то убить, а там это не отзовется, что называется, в Москве или, там, не знаю, в Питере в кафе или же, так сказать, в Нижегородской области, то это очень наивно. То есть, пока вы не прекратите войну, пока вы не прекратите убийство украинцев, в том числе и оппозиционеров, наверное, да, попыток покушения на них, и у вас ничего не будет хорошо. И вас будут убивать. Вот они должны отдавать себе отчет, что действия там каких-то проукраинских элементов, не будем даже сейчас говорить, разведка ли это, военная разведка или спецслужбы украинские, она тоже для них чревата. То есть вам бы лучше постеречься от подобного рода действий, поскольку западные партнеры вполне могут договориться с украинской стороной, что ну раз вы это, они тут у нас занимаются в наших странах, ну и аминь, как говорится, тогда и у них такое пусть происходит. И поэтому всем этим военкорам лучше 10 раз задуматься, потому что за всякими, так сказать, товарищами, которые уже, мягко говоря, далеко находятся, могут и следующие последовать. Так что лучше им на такие вещи не пускаться, на угрозы. Не стоит этого делать, потому что цацкаться ведь тоже не будут. Если кто-то думает, что они в России будут в безопасности, им так всегда казалось, но в России-то этого не произойдет, то нет, в России это очень даже может произойти. И лучше с таким не играться. Вот. Поэтому, ну, посмотрим, какое последствие будет у истории с Натальей Арно, как она... Там не только Наталья Арно, там вроде еще два каких-то неназванных журналиста фигурируют, и плюс посол Соединенных Штатов в Киеве бывший Джон Хербст. С ним вроде тоже был какой-то подобный же неприятный инцидент. Детали там не сообщаются, но, как говорится, это не единичный уже вроде бы случай. Но здесь другого пути нет, он только оперативный. То есть люди, которые поручены следить за безопасностью, должны все детально проверить, сделать выводы и начать действовать. То есть на разных уровнях везде должно быть сказано. Если это будет повторяться, ну, тогда никто за себя не ручается. Это может остановить. Потому что сами по себе действия подобного рода, конечно, это действия спецслужб российских, контроля, с подачи именно российского руководства. И если российскому руководству будет доведено, что вы играете с очень опасными вещами, потому что попытка покушаться на территории Европы или Америки на... пусть даже политических иммигрантов или кого-то, не говоря уже там о после, посол Хербст или так далее, ну, приведет к ответным действиям. Вам не будет хорошо от этого. Вы сами можете, так сказать, пасть жертвой подобных ответных действий. Зачем это вам? Подумайте над этим 10 раз. Это может остановить, безусловно, потому что, ну как, вы убьете кого-то, а вам отместку вас убьют, и это может быть оказаться вы. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что, так сказать, большие возможности есть именно у спецслужб западных, которые могут обезопасить подобного хода событий, вообще говоря, ситуацию. Я бы сказал так. Ну да, и вот ЦРУ, говорят, запустило целый телеграм-канал. Об этом BBC сообщает, это не какая-нибудь утка. Вот русская служба BBC сообщила, что ЦРУ запустила телеграм-канал и призывает россиян через этот телеграм-канал делиться с ними информацией. Ну, это обычная практика, кстати сказать, и я думаю, что это и будет происходить. Мы такое уже не раз видели, поэтому, значит, будут использовать все возможности. И вы знаете, самое интересное, что делиться информацией будут. Вот мы такое видели, и, знаете, несмотря на все патриотические разговоры, желающих никогда не будет мало. Никогда от них не отобьешься. Это всегда такое было. Ну что ж, Марк Захарович, спасибо большое за разговор, за ваши комментарии. Я напомню, Марк Фейгин был очередным гостем. Ставьте лайки, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. И всем всего самого доброго. До встречи. До встречи, до свидания.